Здравствуйте. iPhone 4K продолжает разбор матчей чемпионата Турции и августовскую серию. Мы закончим матчем Giresunspor, Trabzonspor. Хозяева в прошлом году играли рангом ниже. Им удалось добыть себе путевку в высший свет турецкого чемпионата. Команда не настолько известная, не имеет каких-то великих игроков, но некоторых людей мы знаем. Это Ибрахима Бальде, который играл некоторое время в России. Играл Диабате, который знаком любителям французского футбола. Первые туры сложились для команды не столь удачно, не столь совершенно, как, наверное, ждали болельщики. Хотя соперники, так как Сампаша очень неприятный, и даже такие клубы, как Фенербахче и Галатасарай, всегда с ними сталкиваются и в игре с ними вырисовываются определенные проблемы. Два матча 2-0, и сегодня Трабзонспор, который вылетел из Лиги конференции, сделав большие трансферы по меркам данного клуба, привезя достаточно опытных игроков, сегодня явится в гости к Giresunspor'у. Проиграв Роме два матча, 2-1 и 3-0, у команды остается кубок и национальный чемпионат. И мне кажется, что стоит заиграть по большому риску такого рода ставку. Форы -1 на Трабзон. Скорее ставки, которые будет в экспрессе, вы найдете в телеграм-канале, вернее, он чат. Ссылка будет в описании. И что важно, Трабзон очень резво начал чемпионат. Первый матч они просто уничтожили в гостях Енимал Тиспор. Дома, ну, имея некоторые проблемы, могли и в ничью свести матч с Сиваспором, потому что Сиваспор, понимая, что в Копенгагене будет не то, что тяжко, архисложно, решил выложиться. Но победа все-таки осталось в Трабзоне. Вот такого рода прогноз, друзья. Мы с вами прощаемся и увидимся уже на матчах сборных, с которым мы начнем нашу серию прогнозов на сентябрь. До свидания и не болейте.